Полезный город. Это программа «Полезный город». Я Анна Лапшина, а у нас в гостях директор кредитно-потребительского кооператива «Кредитный клуб. Дело и деньги» Данила Ведерников. Данила Николаевич, добрый день. Добрый день, Анна. Мы уже встречались с вами в этой студии, но давайте нашим слушателям напомним, что такое «Кредитный клуб. Дело и деньги». Давайте расскажу нашу маленькую историю, историю нашей компании. КПК «Кредитный клуб. Дело и деньги» образовалась с 2013 года. Мы все это время работаем в городе Кирове. В 2017 году мы открыли офис в городе Москва. В 2021 году офис в городе Нижний Новгород. Сейчас там уже 2 офиса. И в Кирове у нас тоже 2 офиса. Мы занимаемся по 2 направлениям. Это сбережения от физических и юридических лиц и выдача займов также физическим и юридическим лицам. В прошлый раз мы говорили как раз про ваши программы сбережения средств. А сегодня мы будем говорить о займах. Это история больше для бизнеса или больше история для физических лиц? С кем вы работаете? Правильнее сказать, это история для тех, кому нужны деньги срочно и сейчас. То есть мы тот необходимый инструмент, тот ангел, который приходит в нужный момент. Ну, в бизнесе есть крылатая фраза «деньги нужны вчера». Вчера есть целый вагон в Москве железа по акции, условно. Вчера есть материалы там-то, там-то, там-то. Вчера есть хороший аукцион, за который можно зайти. И обращаясь в коммерческие банки, мы все прекрасно понимаем, что это бюрократический немножко инструмент. Это большая кипа бумаг, большая кипа сведений. Долгий процесс согласований, да, потому что пока одного сотрудника пройдут ваши документы, потом другой, потом третий. Совершенно верно. То есть, в первую очередь, это очень долго. Да, это дешево. В банке процент, он небольшой, он дешевый для бизнеса, и любой бизнес, как правило, пытается везде получить кредит. Кредит, да. В банке кредит. Да, очень важная информация. Мало кто знает, чем отличается кредит от заема. Мы сейчас поговорим. Да. Поэтому наш УТП это срочность. Прямо сейчас здесь выдать нужную сумму денег для наших клиентов в короткий промежуток с минимум пакетом документов. УТП – это уникальное торговое предложение, если я верно помню. Да, совершенно верно. То есть это то, что вас характеризует. Возможность воспользоваться средствами в минимально короткие сроки. Все-таки это бизнес, я так понимаю, чаще всего. В большей степени, да. Как правило, если мы говорим про тендерный заем, а это юрлицо, участвующее в госзакупках, то им нужны деньги на 3-4 месяца максимум. Далее они уже получают финансирование от государства, закрывают обязательства перед нами, перед подрядчиками, и в этой ситуации все довольны. То есть нужный конкретный промежуток времени, мы им помогли, далее они получают уже от государства и работают в штатном режиме, выполняя этот контракт. Далее, как правило, клиенты нам возвращаются, они берут новые контракты, все хотят масштабировать свой бизнес, и они снова идут к нам. Мы в начале года с вами встречаемся, кстати, как раз ведь, насколько я понимаю, в начале года очень много государственных каких-то контрактов, задач разыгрывается. Как раз. Да, совершенно верно. Сейчас самый пик этой истории. Сейчас публикуется и появляется информация о всех самых интересных аукционах. Все хотят их получить, но не у всех хватает финансирования на это. И мы имеем хороший приток заявок по всей России практически. То есть вы работаете не только с кировскими предпринимателями, но и с предпринимателями из других регионов? Конечно, да. Мы работаем по всей России, принимаем заявки по всей России. Помимо тендерных займов, если мы говорим про займы для бизнеса, что вы еще предлагаете? Очень популярный у нас продукт – это займы под залог недвижимости для бизнеса, то есть это коммерческая недвижимость, может быть, и жилая недвижимость. Залогодателем, то есть лицо, которое предоставляет залог, может быть любое лицо, не обязательно сама компания, он может быть на учредителях, либо третьем лице. В чем преимущество данного продукта, что это более низкая ставка, это больше суммы, как правило, одобряется для фирмы, для организации. Если мы говорим про тендерный заем, мы смотрим в первую очередь на финансовую показатели этой компании, то есть насколько сильно компания может обеспечить наш платеж и так далее. А если мы говорим про залог недвижимости, то мы в первую очередь смотрим на залог, то есть на объект недвижимости. На качество его, да, на его стоимость. Стоимость, ликвидность. Соответственно, если это ликвидный залог в центре города Кирова, коммерческая недвижимость, либо жилая квартира, то можно получить займ за 3 часа. И... Тоже получается очень быстрый процесс. Конечно, да. Совершенно верно. То есть это процесс подготовки документов, оценки, осмотра. Это все делается очень быстро. Сдаемся в МФЦ, потому что требование обязательное это сдавать в Росреестр, наложение ипотеки. Это такой юридический термин. То есть
продать объект этой недвижимости не получится. То есть ограничения в Росреестре. Как только мы сдались, клиент получает денежное средство. То же самое бывает, если мы говорим уже про физлиц с автомобилями или спецтехникой. У нас есть третий продукт, это займы под ПТС, то есть это автомобили. Как правило, пользуются как раз физлица, которые нас знают, кировчане. Микробизнес, да? Да, начало. У которых есть автотранспортное средство, и у них, например, бывает разрыв кассы, или, опять же, нужно закупить товар только не в миллионах, а там в 100 тысяч, 200 тысяч. Различные бывают ситуации. И в таких случаях не обязательно недвижимость. Сумма маленькая, нам и достаточно ПТС, то есть это займ под залог автомобиля, где также накладываются ограничения, только уже не в Росреестре, а у нотариуса, но пользоваться может собственник этим автомобилем вполне законно, и мы не мешаем ему, потому что для бизнесмена в наше время необходимо авто в любом случае. Мы его не забираем ни на какую штрафстоянку, он им пользуется. Это очень хорошее решение, когда нужно, опять же, здесь и сейчас получить денежные средства. Вот все эти механизмы, они доступны и физическому лицу, или физические лица практически не пользуются вашими услугами, если вот мы про займы говорим. Обычный человек не бизнесмен, если ему средства нужны не для целей бизнеса, а с какими-то иными целями. Конечно. То есть, если это под залог недвижимости или ПТС, то это может быть условно бабушка 60 лет с квартирой. К примеру, давайте. Или дачным домиком каким-то. Понятно, что физическое лицо не может участвовать в госконтрактах, только юридические лица участвуют, и поэтому этот продукт только для юридических лиц. А все остальное может в полной мере воспользоваться и физическое лицо, и не обязательно цель – это бизнес, это может быть любая другая цель, стройка и так далее. То есть нужно успеть до зимы, например, завести дом в теплый контур. Такие вещи бывают. Разные ситуации бывают, совершенно разные. Мы помогаем всем, рассматриваем любые заявки. У нас и политика такая в компании, что мы оказываем финансовую помощь всем слоям населения. Как мы в первый раз с вами говорили, это и бабушкам, и дедушкам помочь накопить на квартиру внуку, к примеру, так и здесь это... Или на обучение, да? Да, на обучение, на квартиру в другом городе. Очень частая история в нашем кооперативе. Также это какой-то бизнес, нужно помочь здесь сейчас ему спасти. Есть там 1001 кейс, и очень приятно ехать по городу, видеть компании, которые к нам обращались, и они, когда расширяются, у них новый офис, границы не расширяют. Это очень приятно смотреть, потому что ты прекрасно понимаешь, что ты помог бизнесу. То есть есть и ваш вклад получается, да, в этом? То есть едешь, смотришь, видишь, что люди работают, ого, значит, молодцы, раскрутились, и мы им в этом тоже помогли, да? Есть очень известный кейс в нашей компании. Недавно все слышали, что в Москве выдали мишленовские звезды рестораном. Был заемщик, в которого не верил ни один банк. Муж с супругой, они в бизнесе очень давно, вдвоем, замечательная пара, в них не верил никто, у них не было финансовой подоплеки, то есть бэкграунда какого-то, чтобы им выдал банк. Мы в них поверили, мы выдали займ, все успешно, и они получили мишленовскую звезду. То есть они входят в число 7 ресторанов лучших в Москве, которые получили мишленовскую звезду. Ну, это прям... Ну, это какие-то просто люди вот очень такого, мне кажется, авантюрного склада, или очень они прям тоже в себя верили, да, потому что открыть ресторан в Москве, мне кажется, это стоит, наверное, немало. Это немалых усилий, в первую очередь, нервов стоит. Ну, и тут понятно, что хорошие люди притягивают хороших людей, как правило. Тут мы друг друга притянули, и вот такая история очень замечательно случилась, и они нас позвонили, представитель правления Ольги Николаевне, и в первом сказали: спасибо большое, что вы нас поверили, потому что, ну, без вас не было бы сегодня этой звезды. То есть представьте, какое количество ресторанов в Москве. И вот так вот получилось, что мы единственные, кто помогли. И вот история... Одному, получается, из немногих, да? Да. Мы помогли, и они сегодня, ну, с мишленовской звездой. Это очень хороший индикатор нашей деятельности, как и получать фидбэк от своих клиентов. Они сотрудников вашей организации теперь, когда вы в Москву приезжаете, должны бесплатно угощать, мне кажется. В гости не звали еще? Ольга Николаевна к ним ходила, все понравилось. А, ну вот, не так просто мишленовские звезды дают, значит, действительно хорошее получилось местечко. Данила, мы вот как-то перескочили через этот момент, а вы тогда сказали, что хорошо бы рассказать об отличии кредитов от займов. Мы проговорили в общих чертах, как я понимаю, да, это меньше пакет документов, это более сжатые сроки, это можно сделать быстрее. Что-то еще отличает займы, которые можно взять у вас, от банковских кредитов? Ну, смотрите, начнем вообще с основы юридической. Кредит выдается только организации,
которых есть лицензия, выданная Центральным банком. Мы выдаем заем. Заем выдается организации, которая имеет свидетельство от СРО. Мы кредитный потребительский кооператив. Это юридические различия. Кстати, интересно. СРО – это саморегулируемая организация, саморегулирующая. Я все время путаюсь. Да, совершенно верно. Она контролирует кооперативы. Их всего сейчас на сегодняшний день две по России. И она координирует, управляет с точки зрения закона. Контроля, да, получается? Так же, как Центробанк для банков. Да, совершенно верно. Да. Тоже еще интересный факт. Мало кто знает, что правильно говорить заем, а не займ. Хотя у нас везде используется, говорим, займ. Вот заем – это такой очень интересный оборот, который требует наш русский язык. А если мы перейдем дальше к отличиям, то это пакет документов. Он небольшой, он максимально минимален, если можно так выразиться, что для физических лиц, что для юридических лиц. Давайте поясним, да, если можно. Если мы говорим про займ под ПТС, то нужен паспорт физического лица, паспорт на транспортное средство. Тот самый ПТС, да? Да, ПТС. Угу. И СТС. СТС – это розовая карточка, которая есть свидетельство о регистрации транспортного средства. Все, дальше нужна машина, как физический объект, чтобы она ездила, была живая, не битая и так далее. Ну, не битая не имеется в виду, что там сколы по марке, а имеется в виду, что она не после аварии. Конечно, да. Угу. То есть она на своем ходу приехала до офиса. Это важный индикатор. Но вы не просите никакой предварительный технический осмотр, состояние этой машины, просто визуальный осмотр получается. Визуальный осмотр, угу. Да. То есть мы смотрим ВИН-номер, смотрим пробег, состояние. По машине видно состояние. То есть сейчас рынок автотранспорта, он абсолютно почти прозрачен. Это вот что касается ПТС. Если мы говорим про залог недвижимости, то есть как физическому лицу, так и юридическому. Про физических лиц закончим. Это опять же паспорт физического лица, документ основания на объект недвижимости, то есть договор купли-продажи, договор дарения. Иногда недвижимость переходит через приставов, торгов, то есть это акт передачи, постановление. Если есть технический паспорт, это очень важный документ, потому что бывают случаи, например, перепланировок незаконных. Бывает такое в наше время. А этот объект не может стать залогом, да, если там незаконная перепланировка? Мы должны знать о ней как минимум. Вот. Мы должны о ней как минимум знать, указываем это в договоре, делаем фактическую схему, то есть приводим все документы в порядок, как правило. Ну и также фотографии и все. То есть выписка ИГРН, она сейчас заказывается за одни сутки через онлайн-сервис. Не нужно бегать в МФЦ, как раньше. Можно через госуслуги получить. Да, совершенно верно, поэтому это все очень быстро. И все. Больше таких документов не нужно, чтобы получить сумму 10 миллионов. Конечно, если говорим мы про юрлиц, то чуть другая история, потому что у юрлица другой пакет документов. Как правило, это все у бухгалтера есть просто в папочке для отправки документов. Она просто папочку в ZIP-архив отправляет нам. Все, что там надо, нам есть. Это уставные документы, это финотчетность за последний отчетный квартал, либо полгод, ну, за отчетный период, соответственно. Чтобы вы понимали, что организация работает действительно. Да, конечно. Да? И карточка счета 51-го, то есть это выписка со счета, какие есть поступления и списания с расчетного счета, чтобы мы видели, что организация действительно ведет деятельность свою. Да. Ну, понятно, ссылка на госзакупку, если это тендерный заем. Опять же, на сайте госзакупок все видно, открыто, прозрачно. Кто победитель, сумма, ну, все-все-вся информация. Все. Это, я считаю, очень маленький пакет документов, потому что я знаю на своей практике, сколько нужно документов, чтобы получить кредит в банке. Это прям кипа документов и очень большой моток нервов, который нужно иметь при себе, потому что банк – это банк. Он требует более досконального. Мы не хуже проверяем. То есть, если смотреть с точки зрения андеррайтинга... Давайте расшифруем. Ну, это проверка клиента условно. То мы не хуже проверяем. И не сказать, что мы менее качественно проверяем. Мы делаем все то же самое, что и банк. Только за счет оптимизации наших бизнес-процессов мы делаем это быстро и в таком комплексном режиме. Меньше бюрократии у вас, наверное, да, вот да, что да, конечно. Это позволяет нам оптимизации наших внутренних процессов, наше программное обеспечение, наш опыт уже десятилетний. Мы кредитуем 10 лет, и я считаю, это сильный показатель, потому что мы успешно кредитуем 10 лет. Встречались организации на нашем пути, которые говорили, что кредитуем дешевле, лучше и так далее. Но, как правило, эти организации потом не справлялись там, с дефолтностью и так далее. Мы же все же кредитуем успешно. У нас есть 1001 заемщик, который нам сказал спасибо. Понятно, бывают истории, когда заемщики не справляются. Вот я хотела спросить, то есть мы вот так расписываем все, да? Да. А были ли какие-то случаи, когда вы вынуждены были либо на первоначальном этапе действительно отказать в заеме, либо в процессе выплаты, возврата средств возникли какие-то сложности? Смотрите, наверное, мы выдаем вот из 20 организаций только одной.
настолько сильно мы отбираем организации. О, то есть не просто так у вас прийти так, и взять. Конечно. Это показатель, между прочим, для тех, кто у вас средства хранит как сбережение. Да, да? Совершенно насколько, верно. Насколько вы аккуратно подходите к выбору тех организаций и людей, кому вы даете эти средства. Далеко не каждая компания подходит по каким-либо показателям. Если говорить простым языком, она просто не сможет обслуживать наш кредит. То есть не сможет платить нам проценты. Так же, как и у физлица в банке. Если вы работаете средним звеном, ну, условно, вы же не сможете взять займ на 10 миллионов просто так. Ну, вам физически ваш уровень дохода, он не позволяет... Расплачиваться вовремя. Да, совершенно верно. Это мы просчитываем, поэтому такие ситуации постоянно бывают. Ну и, конечно же, бывает процент организаций и даже физлиц, заемщиков, которые не справляются. Разные бывают у них обстоятельства. Ковид нам в 2020 году навел своего шороху. У кого какие бизнес-риски получаются? Кто-то, например, встречается с трудностями, но потом из них через там, 2-3 месяца выходит с поднятой головой, справляется, рассчитывается с нами, с нашей должностью. И мы дальше продолжаем с ними сотрудничать, потому что мы понимаем, что человек уже побывал в плохой ситуации, он уже знает выход из этой ситуации, для нас это большой плюс. Бывают такие, которые, конечно, ну, пропадают, не отвечают на телефон, и их, ну, условно, исчезают. Но их немного. Их, конечно, немного, их там до 5% от нашего общего портфеля. Такое бывает, мы не в сказке живем. Это бывает и в банках, и в других кредитных организациях. С такими все очень просто. То есть алгоритм, он абсолютно прозрачен. Мы не черные коллекторы, мы не ходим в подъезды и так далее. И идет предъявленный порядок, судебный порядок. Далее идет реализация имущества через приставов, через торги. Того самого залогового, да, имущества? Да, совершенно верно. Если это организация, то у нее, наверное, тоже есть какие-то активы, скорее всего. Тоже идет реализация этих активов, ну и так далее. У нас есть штат юристов, которые работают... исключительно в рамках правового поля, мы всегда идем на переговоры с должниками. То есть мы всегда встаем на сторону должника. Мы за то, чтобы найти общий язык и дальше сотрудничать с этим клиентом. Мы всегда ищем пути выхода и помощь. Вот. То есть бывают такие ситуации, к нам приходит должник, говорит, ну не могу я платить. Бывает. Вот я хотела спросить, да, в банках же есть вот такая история, уж не знаю, никогда не попадала в этой ситуации, к счастью, да, называется она, по-моему, реструктуризация кредита, да, а у вас что-то подобное есть? Конечно. То есть, если нам заемщик говорит, что ну не могу я ваш займ платить, вот у меня показатели бизнеса сократились, или там что-то случилось, мы сразу же принимаем меры. Мы пытаемся его перекредитовать, например. Мы выступаем брокером, ищем московских инвесторов, которые под более низкий процент уже перекредитуют, то есть, чтобы у человека был более удобный платеж ежемесячный. Ищем какие-то возможные реализации, то есть, например, бывает, что у него есть дорогая недвижимость, но она тоже под какими-то запретами, арестами, ну, какая-то юридическая проблема. Мы пытаемся ее решить, то есть, помочь нашему клиенту. Мы то есть, все... вы тоже включаете в этот процесс. Конечно. Не так, чтобы человеку сказали, иди там, разбирайся сам, а нам вот заплатив такое-то время в обязательном порядке. Мы всегда на диалоге, на близком контакте с нашим должником, с нашим клиентом. Все попадают в разные ситуации. Мы все это прекрасно понимаем. И это нас отличает от банка. В банке все строго и скупо. Я бы даже так сказал. Языком цифр разговаривают, да, с клиентом? Да, то есть, если ты должен, ты должен, а никто не интересует, какая там ситуация у тебя. А мы же, наоборот, поворачиваемся к клиенту лицом и пытаемся решить его проблему. Как в первом случае, в первом нашем контакте, так и сейчас. Очень много ситуаций было, когда мы, правда, находили общий язык, решали общие проблемы, и должник выходил из этой сложившейся неприятной ситуации с хорошим исходом, и все у всех разрулилось, и все были довольны. Мы получили свои деньги, должник вышел из ситуации и так далее. Я хотела спросить вас, Данила, вот о чем. В банках существует так называемый, ну, я не знаю, там, черный список клиентов. Ну, и вообще, наверное, у каждого человека, который хотя бы раз брал кредит, у него же есть вот так называемая кредитная история. Да, и банки, насколько я понимаю, когда в следующий раз выдают кредит человеку, они смотрят как раз, проштрафился он где-то или нет. Вы пользуетесь такими списками или, может быть, у вас какой-то свой есть? И давайте такой тоже экскурс веду. Ликбез такой, да, получается. А, мы не можем выдать займ без просмотра кредитной истории. Есть бюро кредитных историй, их не так много у нас в России, порядка 4-5 организаций, в котором хранятся вся ваша кредитная история за всю вашу историю. Такая тавтология немножко. Но суть понятна. Вся ваша жизнь как на ладони. Да, да, то есть все ваши кредитные карты, рассрочки, ипотеки, автокредиты. Это все там есть. Мы смотрим это обязательно. Вопрос в том, как мы это смотрим. Если мы говорим про банк, то там идет автоматический скоринговый режим, то есть баллы, которые начислились. Если тебе не хватает
хватает баллов, ты идешь в отказ. То есть там это вообще на уровне... Там это автоматизировано. Это машина принимает решение, может быть, не человек. То есть там идет скоринг, балловая система, где тебе начислились баллы, если тебе не хватает, чтобы пройти на следующий этап рассмотрения, ты уже дальше не проходишь. У нас же мы смотрим, а бывает баллов не хватает не потому, что он сейчас просрочил, а опять же, он, может быть, просрочил свой заем там, в 2016 году на 2-3 дня, потому что, ну, так сложилось, карточку потерял, не мог заплатить, ну, или заболел, разные ситуации бывают. И все, он там в красном списке, и его больше никто не берет, либо одобряют под какие-то дикие проценты, либо маленькие суммы. Мы же это смотрим, мы все анализируем, наш отдел аналитики это все смотрит внимательно. То есть все документы, получается, изучаете вручную? Вручную фактически, да? То есть сидит человек, смотрит и разбирается. Да, конечно. То есть это целое дело аналитики сидит, и мы смотрим при всей нашей скорости максимально досконально и разбираемся в ситуациях, в чем проблема, почему эта проблема. То есть если человек решил эту проблему в 2016 году, уже 5 лет прошло, у него уже совершенно в наше время... Уже жизнь изменилась, бизнес вырос, возможно. У него все поменялось, да, он уже работает, третий бизнес открывает, закрывает. Успешный человек, и почему ему не дать денег? Мы только за, чтобы он развивался. А банк ему может отказать. Это вообще история постоянная. Либо банк дает условно маленькую сумму. То есть просто ему не хватает на его потребности. То есть он запрашивал одну сумму, банк говорит, мы вам столько не можем выдать, но выдадим вот столько. У него еще есть так называемый кассовый разрыв тоже получается. Да, в некотором смысле. И в этом случае он идет к нам, и мы как бы закрываем, добиваем. Недостающую вот эту сумму. Да, совершенно верно. Поэтому бюро кредитных историй мы смотрим обязательно, без этого никак не принять это решение. Финальное решение без кредитной истории не принять. Мы должны видеть историю. Что забавно, в наше время встречаются люди, которые, правда, там, до 50 лет ни разу в жизни не брали ни одного кредита. Бывают организации, которые живут 10 лет, и они не брали ни одного кредита. Нас иногда это смущает, если вот, честно. Кстати, да, люди, которые не очень, может быть, погружены в финансовые вопросы, они считают, что если они никогда в жизни не брали кредит, они очень желанный заемщик у банка. Или в других каких-то организациях, а на самом-то деле, оказывается, нет. Да? То есть, если нет кредитной истории, то ты вот еще такой неизвестный, какой ты там. Вы правильно сказали, ты неизвестный, мы не знаем, как ты справишься, мы не знаем о тебе по факту твоей вот этой истории кредитной ничего. И как ты себя поведешь, как ты будешь платить. Может быть, ты не дисциплинированный. Ты, может быть, будешь платить не по 20-м числам, а по 25-м. И каждый раз ты будешь уходить по факту в просрочку. Ты заплатил, но на 5 дней позже. Совершенно спокойно может такое случиться. Но смотрите, вот в этой ситуации вы все-таки, наверное, реже, чем банки, отказываете таким людям без кредитных историй и какого-то бэкграунда. Да, скорее всего, мы учитывая реже. Ваш адресный подход. Да, то есть мы смотрим, понимаем, вникаем. Как правило, у таких людей есть залог. То есть, как правило, есть залог, и мы уже смотрим... Качество этого залога, да, и возможность выдать ту или иную сумму. Данил Ведерников у нас в гостях, директор кредитно-потребительского кооператива «Кредитный клуб «Делай деньги». Мы сейчас убежим на рекламу и вернемся через 1,5 минуты. Полезный город. Программа «Полезный город» продолжается. Данил Ведерников в нашей студии, директор кредитно-потребительского кооператива «Кредитный клуб «Дело и деньги». Мы остановились на том, почему и когда бывает выгодно заем, а не кредит в банке. И я хотела еще у Данила спросить, а вообще вы обратную связь от ваших клиентов собираете? Что они говорят? Вот в чем ваши основные преимущества? Вы их раскрыли, а что люди говорят? Конечно, собираем. У нас есть служба контроля качества, которая собирает фидбэк еженедельно. Мы смотрим эти отчеты. А знаете, у всех просто одно простое слово написано. Очень быстро спасибо. То есть все наши клиенты говорят нам спасибо за то, что мы сделали все быстро, качественно, профессионально. И в короткий срок они удовлетворили их финансовую потребность. Просто вот если открыть этот отчет, будет одна и та же фраза, примерно разными словами написана, но из уст сотни клиентов. Понятно, есть еще другие наши преимущества, но вот самое главное – это быстро и качественно. Это скорость. Скорость, да. Отмечают адресный подход наш клиентам. Мы каждого клиента рассматриваем индивидуально. Понятно, есть определенные стандартные рассмотрения, но мы подходим адресно к оценке каждого нашего заемщика и решаем все его финансовые проблемы и максимально идем навстречу к нему. В случае, если вы вдруг отказываете, вы говорите, да, что далеко не каждый займ вы можете одобрить, вы объясняете вообще человеку, почему вы ему отказываете? Конечно, объясняем. Часто бывает эта причина уже, например, на объекте недвижимости есть ограничения. Соответственно, мы взять уже залог не можем. А клиент даже может об этом не знать. То есть он, может быть, не заплатил условно там за горячую воду 10 лет назад. Но у него долг какой-то на
этой квартире, да? У него какой-то долг, там, 500 рублей, и приставы вынесли ограничения на квартиру, и он даже об этом не знает. Он платит за воду, все довольны, и мы дальше продолжаем, запускаем сделку в работу. То есть мы всегда озвучиваем причину. Если же все же мы не можем выдать, мы, говорю, выступаем брокерами в данном случае. Как и... вы рассказывали уже, да? То есть вы подыскиваете для человека... инвестирование со стороны других инвесторов, которыми мы плотно работаем. А в чем же ваша выгода вот в этом случае тогда получается? Помочь клиенту. Нет вопросов, а что вы с этого будете иметь? Не просто же так вы нам помогаете. Конечно, наши банки-партнеры, они платят нам комиссию. Я говорю открыто, как есть, но это везде в современном мире. Но это ничто по сравнению с тем, что мы клиенту помогаем, а он уже идет не снова в банк-партнер, он все равно к нам верен, потому что мы ему по факту это помогли, то есть мы нашли его решение проблемы. А это вы на долгосрочное сотрудничество, конечно, получается, людей, да, располагаете, да? Нам люди... Мы уже к вам расположены. Заемщиками работаем 5 лет. То есть не обязательно это означает, что займ на 5 лет. Это может быть 10 займов по 3 месяца, но мы на каждый конкретный случай рассматриваем и снова подходим снова. То есть люди возвращаются. Один раз они обратились к вам за услугой, все их удовлетворило, все устроило. Они поняли, что с вами хорошо работать, пришли в следующий раз, да? Да, совершенно верно. Данила, в таком случае человек, который хотел бы, например, взять у вас средства. Как это происходит? Какой-то алгоритм действий, ну, помимо того, что он должен какие-то документы собрать, с которыми он к вам пойдет. Смотрите, да, конечно же. Начнем с того, где нас можно найти. Это сайт делайденьги.ру. Как слышите, так и пишется на английском языке. Как вас искать по поисковой строке, например, чтобы искать? КПК, кредитный клуб, делай деньги. Это все наши соцсети ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Это номер телефона. Что есть 8800, что есть региональный номер телефона через код города. То есть вы нас находите где-либо. Также если мы в 2GIS, в любом, ну, поисковой системе, в любой, вы нас находите, делаете запрос, добрый день, я хочу взять займ, например. Давайте проиграем эту ситуацию. В течение часа с вами связывается менеджер, либо отвечает вам в вашем мессенджере, если это WhatsApp, например, если это телефон, то телефон, если это обратная заявка с сайта, то это звонок вам, тот номер, куда вы указали, либо это почта. Вы можете написать там на почту, тоже все очень просто. И в офис, наверное, тоже можно прийти. То есть все возможные способы связи и очно, что называется, и заочно, и через социальные сети, и по телефону. Да, вы приходите... Ну, сейчас в наше время приходить сразу же не совсем обязательно, в силу того, что мы экономим время наших клиентов. Гораздо проще позвонить. Позвонить, написать, вам отвечает менеджер, выясняет первичную вашу потребность, то есть вам нужно 5 миллионов под залог, например, коммерческой недвижимости, там-то, там-то, там-то. Менеджер вам присылает список документов, вы его слайдите в этом же чате, идет рассмотрение в течение часа, через час с вами менеджер связывается и говорит, вам одобрено столько-то, столько-то, какие-то условия предварительно. Нужно подойти в офис для более, например, конкретного решения, либо уже за получением денег, в зависимости от ситуации. И от суммы, наверное. Да, совершенно верно. Далее подписываем документы. Не обязательно документы подписывать очно, можно их подписывать в наше время по ЦП. Это электронная цифровая подпись. Да? Совершенно верно, да. У юрлиц почти у всех она есть, у многих и физлиц есть в наше время. Все подписываемся и перечисляем денежные средства. Алгоритм абсолютно простой. Мы когда с вами говорили в прошлой нашей программе про сбережения, мы говорили о том, что для того, чтобы разместить у вас средства, нужно стать пайщиком вашего кредитного клуба. Совершенно верно. Тут то же самое. То есть нужно стать нашим пайщиком, чтобы получить заем. Это законодательство, да, такие условия? Да, это требования законодательства. Все эти условия вам более точно расскажет менеджер, но это 2500, которые вам возвращаются по его взнос, и 100 рублей вступительный он не возвращается. То есть человек платит 100 рублей вступительный взнос, он остается, заплатил один раз. И взнос пайщика 2500 – это возвратные истории. Да, когда он это... выходит, например, когда из вашего кредитного... заем, и он собирается дальше идти уже в своем направлении условно развиваться, то мы ему перечисляем, либо выдаем наличными, в зависимости от вида займа, 2500. Тут нет никаких проблем, это условно формальность, которую мы должны соблюдать по требованиям законодательства. С этим никаких никогда не было претензий у наших заемщиков. Ну, а может быть, они и остаться захотят, да? Ведь есть люди, вы же сказали, да, кто с вами сотрудничает не один год, кто время от времени к вашим услугам обращается. Есть, наверное, те, кто у вас когда-то брал заем, а потом и сбережения разместил. Да, совершенно верно. Есть не один наш клиент, который узнал нас в силу того, что ему нужен был займ. Займы, он воспользовался этой услугой,
А потом узнал более подробно о нас, понял, что мы хороший партнер в отношениях и доверил нам свои сбережения. Вот очень частая история. И а наоборот бывает, Данила? Бывает и наоборот. Вы к этим, кстати, пайщикам более лояльны, чем к новичкам или нет? То есть люди, которые у вас разместили либо размещали сбережения, они больше вашей поддержкой в случае получения денежных средств пользуются? Иногда бывает, что мы выдаем займы под залог их сбережений. Ага. То есть и так тоже можно? Бывает и так. То есть человеку нужно буквально займ на 10 дней 3 миллиона, например, а у него 10 миллионов у нас хранится, ну, к примеру. И мы понимаем, что у человека хватает обеспечения, и буквально за 20 минут он получает 3 миллиона, и вот ему покупать себе машину, ну, к примеру. Да, ну, бывает такое. Ну, не только машина в наше время, например, квартира может быть, да, по хорошей цене, которую срочно продают, пока там банк еще соберется одобрить тебе кредит. Ипотеку тем более. Угу. Поэтому, да, такое бывает, но в любом случае мы полностью просматриваем наших всех потенциальных заемщиков, даже те, которые были сбереженцами, и принимаем взвешенное, адекватное решение. Давайте, Данила, мы все-таки скажем адреса, где располагаются ваши офисы, несмотря на то, что все решается сейчас, почти все в электронном формате, все-таки есть люди, которые любят прийти, посмотреть, да, вот действительно офис, ребята работают давно. Город Киров, это Ленина 85, это улица Красина 45, Нижний Новгород, это улица Максима Горького 148 и проспект Ленина 64. И город Москва, это Варшавское шоссе, офисный центр В-Плаза. Ну и все эти адреса можно найти на вашем сайте делайденьги.ру. По-английски слитно, как слышится, так и пишется. Ну и номера телефонов. Вы сказали, что есть номер 8800 и есть номер короткий городской кировский. Номер телефона, по которому с нами можно связаться, федеральный 8 800 333 42 01. И региональный номер 8 8 3 3 2 711 001. 711 001. Очень просто запомнить. Ну и все социальные сети и сайт. Можно практически в любом формате связаться с кредитным клубом «Дело и деньги». Данила Ведерников был у нас в гостях, директор кредитного потребительского кооператива «Кредитный клуб «Дело и деньги». Данила, спасибо вам и удачи. Спасибо вам, Анна. Очень приятно было сегодня пообщаться. Удачи вам. До свидания. До свидания. Актуальная информация об условиях получения займов в офисах кредитного потребительского кооператива «Кредитный клуб «Дело и деньги». Город Киров, улица Ленина, 85, улица Красина, 45. По телефонам 8 8 3 3 2 711 001 и 8 800 333 42 01. Звонок бесплатный. И на сайте делайденьги.ру. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом или пайщиком кредитного потребительского кооператива «Кредитный клуб». Возраст от 16 лет, вступительный взнос 100 рублей, обязательный паевой взнос 2500 рублей. Возвращается при выходе из КПК. Кредитный клуб оказывает услуги исключительно членам КПК, пайщикам. Член КПК, пайщик обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК. Деятельность кооператива регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом ФЗ-190 о кредитной кооперации. Является членом СРО НСКК «Содействие» за номером СЗ-336 и НН-4. 434-537-51-35, ОГРН 113-434-502-99-06. Кредитный потребительский кооператив «Кредитный клуб». Срок займа в зависимости от программы от 1 до 36 месяцев. Сумма займа в зависимости от программы от 10 тысяч рублей до 20 миллионов рублей. Процентная ставка от 2% в месяц до 5% в месяц. Не оферта. Полезный город.